Друзья, всем привет! Получила посылочку с города Липецк. Посылочка небольшая. Здесь две орхидейки у нас с вами. Орхидейки малышки. Но сорта красивые. Вот. Это... Посылочку я получила от Лены. Вот. От этого продавца я уже получала неоднократно посылочки. В принципе, всегда все неплохо. Так. И вот одна. Вот вторая. И такой вот. Это, наверное, это написано легато. Это должна быть балочка. Ну, тут что-то, конечно, листик чуть-чуть желтит. Вот это основание. Корешочки есть. Подсушены, конечно, частично, но есть и растущий корешочек. Ну, тургор слабоватый, но я думаю, ничего страшного, отпоется. Главное, чтобы здесь вот проблемы никакой не было. Вот. Внутри. Листик я, наверное, сниму, потому что там, по-моему, еще один был листик снят. Вот такая вот орхидеечка. Будем смотреть, растить. Так, и... Ну, я положу. И вторая орхидеечка. Это, ой, совсем маленькая. Это от Сони. Вроде как это бабочка такая оранжевая должна быть. С красивыми. С полохами по краям. Ну, вот, смотрю, тоже есть растущий корешочек. Ну, вот такие две растюшечки получила. Такая маленькая распаковочка. Простите за голос, болею. Вот. Будем смотреть и наблюдать, что же. Ну, вот, лишь бы тут все было хорошо. Ну, так вот. Я думаю, все отпоится и будет все нормально. Вот такая маленькая распаковочка. Фотографии данных орхидеек я вставлю в конце видео. Вы можете досмотреть до конца и увидеть, какие сорта я приобрела. На этом все. Всем спасибо. Пока-пока. Девочки, мальчики, прошло 2 дня после получения растюшек. Я их уже попоила понемножку. Видно уже, листики тургор поднабрали. Получше стал он выглядеть. Поплотнее листочки стали. Листик так и отвалился за это время. Но никаких особых явных проблем я так и не вижу. Вроде тут все чистенько. Вот корешочек в росте. Так что... Все с растюшками, думаю, будет хорошо и благополучно. Еще попою, еще лучше станут, еще отпоится. Ну, этот и был в тургоре. Лучше вот здесь вот растущий корешочек. И здесь вот растущий корешочек. Так что все у нас прекрасно. Вот. Будем растить и смотреть.
Надеюсь, что это все-таки две бабочки у меня так и расцветут, дорастут и расцветут. Так что все хорошо. Полет нормальный. Всем пока-пока.